Паранормальные явления, дом призраков. Они все еще это снимают? Ужас какой. Черный Адам, официальный трейлер. Однажды в Техасе. Боже мой. Лучшие новые фильмы. Ну ладно, это подборка лучших новых фильмов. Ину, рождение легенды. Мультсериал. Русалочка. О, погодите, это я должен увидеть. Это диснеевская русалочка, которую они пересняли. Я должен это увидеть. Я обязан с этого поржать. Я этого не видел. Сейчас я это увижу. Я должен с этого поржать, ребят. Так. Давайте. Ну, кто не знает, «Русалочка» вообще довольно неплохой мультфильм был. Какого он там, 96-го года, что-то такое. Там, где Ариэль, все дела, ноги, пропажа голоса, Урсула. Потом была вторая часть отстойная, просто отстойная. Вообще непонятно, зачем была снята. И потом была третья часть, но она не совсем третья, она, как это называется, спин-офф. И он был неплох. Я бы не сказал, что он был шедеврален, но он был просто неплох. 89-го даже года, говорят. Но это очень давно было, да. Я думал, 96-го что-то такое, видишь. 89-го даже. О, черепахи те самые. Ну, так выглядит пока неплохо. Пока выглядит потрясающе красиво. Но сейчас что-то будет, наверное. Вырвиглаз какой-то момент произойдет. Я не верю, что это может быть хорошо. Нам не покажут, как они Ариэль сделали, да? Кто актриса. Конечно, можно найти в интернете. А нам ни акулу не покажет, да? Ничего не покажет. О! Стоп. Я не знал. Честно, ребят, я поржать-то хотел просто с того, что я был уверен, что это говно будет, потому что, ну, Дисней не умеет свои собственные фильмы переснимать, свои собственные мультфильмы переснимать в фильмы, а у них ни одного хорошего. Но... Я не знал, я честно не знал. Дреды под водой, ребят, да. А зачем они глаза ей так расставили? Или это реальная внешность актрисы? Ариэль, которую мы заслужили, да. Напоминаю, что у Ариэль были ярко-рыжие волосы, вот как у Мисс Фортуна, вот такие яркие. Что это сейчас мы увидели? Во-первых, почему дреды, а во-вторых, почему они, ну, каким-то, как это называется, ржавый цвет, ржавый. Погоди, это все, это конец, да? Это был тизер. Бля, можно, да, нельзя увидеть лайки, дизлайки, но чувствую... Можно почитать комменты. Русалочка похожа на ту пафосную рыбу из подводной братвы. Лола ее звали. Не помню. Я помню подводную братву, но не помню что-то рыбу эту. Я его один раз смотрел, подводная братва. Ощущение, когда начинаешь смотреть тизер, у тебя возникают бабочки в животе, она оказывается слезкой. Да, кстати, я согласен с ним. Красивая была же. Все же было красиво, пока не появилась русалка. Все было реально красиво. Посмотрите еще раз, давайте, вот пейзажи вот эти все вокруг. Ну, диснеевская надпись не имеет значения. Ну вот вода. Рыб как будто как настоящих сделали. Может, это вообще настоящие, а не... Ну, реально красиво же. Почему такой мискаст? Ну, это называется мискаст, ребят. И при этом непонятно зачем. Вы реально считали, что если вы сделаете каст адекватный... Адекватно, получается, у нас... Индоевропейка, да, нужна была. Я пытаюсь вспомнить, как русалка выглядела. Она не американка была, не азиатка была. Она вот что-то между Европой и Скандинавией. Вот, если внешность брать, то она должна была быть что-то вот в этом роде. Потому что у нее же внешность была миловидная очень такая. То есть, получается, лучше всего это какая-нибудь датчанка подошла бы. Может быть, немка, кстати, даже, как актриса. Но, возможно, это, кстати, актриса тоже немка. Только это уже другая немка, так скажем. Как Амарант была. Не-не-не-не-не-не. Амарантка это другое. Не-не-не-не, ты не прав. Кстати, вот я думаю, мы сейчас в интернете найдем. Русалка. Как, подождите. Я точно. Нейросеть. Нейросеть. реальный человек. Нейросеть, что такое? Может ли машина творить? Русалка, отзывы, спектакль, русалка, нейросеть, Википедия. Блин, я помню, что я где-то это видел. Вот, нейросеть показала, как мультяшки выглядели бы. Вот, вот, вот. Сейчас вы увидите русалку. Здесь будет она. И сразу поймете, о чем я говорю. Если это, ну, это какая-то другая ссылка. И здесь нет русалки. Ну, здесь не русалка, здесь Урсула есть. Здесь есть Урсула только. Ну, Урсула, понятное дело, что у нее было перековерканное лицо. И нейросети сделала уже перековерканное лицо. Ну, да, я думаю, здесь русалку нам покажут. Ну, просто вот сравните, например. Вот это явно британская внешность. Вот эта вот британская внешность у Золушки. И вот эту британскую актрису нам закинули. Хотя это не актриса, вообще это несуществующая личность. Это нейросеть ее нам сделала. Ну и вот в таком духе тут, где там еще была девушка. Здесь больше на француженку похоже. И Рапунцель вообще, ну, как бы прототип-то ее тоже француженки и есть. Поэтому француженка у нас и получилась. И а вот русалка... Русалка, кстати, вот. Она, кстати, на вот это больше похожа же была. Это же и есть, по сути, русалка. Только, ну, Белли, она не русалка. Но я имею в виду, что внешне она же так же выглядела. Белли очень похожа, кстати, на русалку. Ну и вот, посмотрите, здесь внешность. Но это немка. Да, это реально немка. Нейросеть не обманет. Вот что мне сейчас больше всего нравится, ребята, то что нейросеть не будет обманывать. То, как мы это сделали, то оно и нарисует. Вот у нас японские персонажи. Посмотрите, вы что мне скажете, что это не кореянка вот здесь вот сейчас стоит? Конечно же, это кореянка напротив. Да, есть, конечно, ярко выраженные, ну, кривые черты лица, которые специально для мультиков были сделаны. Вот здесь вот в Энканто. И нам показывают, ну, вообще что-то непонятное. То есть так человек реально не выглядит. Рапунцель разве не была не немка? Нет. Ее писали не братья Гримм, я не помню, кто ее писал. Они были немцы, но они не писали про немку. Рапунцель это как раз-таки то ли Испания была, то ли Франция там по истории. Это Сейлормун была. Да-да-да. Думаешь, я что, Сейлормун не знаю? Сейлормун я знаю. Кстати, странно, что они сделали ей такую большую голову. Ну, имеется в виду, голова, мне кажется, должна была быть меньше по размерам. Но, опять же, это нейросеть, она не обманывает. Здесь большая голова, и поэтому нейросеть тоже сделала большую голову. И нейросеть-то ты не можешь объяснить? Ты ни в коем случае не должен делать так, потому что иначе обидятся какие-то определенные люди на планете. Ну, в общем, да. Я категорически расстроен. Где она там? Почему у нее? Что у нее с глазами? Ну, серьезно. Вот, серьезно, ребят. Почему? Я недоволен. Надеюсь, они будут это переделывать. Ну, в смысле, актрису уже не выгонят, это очевидно. Но это явно они графикой сделали. И волосы... Извините меня, ребят, но почему вы ржавые волосы ей дали? Ну, сделайте ярко-рыжие волосы, как и было в истории, и все. А здесь она как будто с помойки с какой-то пришла. Ужас. Ужас. Осуждаю. Всех осуждаю. Себя в том числе.